Попался ёршик. Это уже хорошо. Ловлю еще не совсем, а в обычном месте. Ловлю сегодня на канале. В редкий день 29 февраля. Ну и пока тут все прекрасно. Клюнула рыбка. Ждем продолжения. И еще один ёршик попался. Честно говоря, даже не понял, когда он клевал. Клюнул на мотыля и опарыша. Но как-то очень слабо. И незаметно. Пока все. Третий мелкий ёршик попался. Опять я даже толком не видел, как он клевал. Ну ладно, главное, что попался. Поймал я три ерша. Где-то с 8 до половины 10, а сейчас вот перестал вообще клевать. Вернее, она клюет как-то незаметно. Я этих ершей, честно говоря, поймал только одного по поклевке. А остальных уже так на удачу вытащил. Ну вот, пока тишина. А, еще одного на окуня не поймал, но я его отпустил. Совсем мелкий. Ну и все, пока. Ждем. Поймался еще один маленький ёршик. Ну, что имеем, то ловим. Больше ничего не клюет, похоже. Продолжим. И еще один ёршик. И опять я не видел поклевки. Как они клюют, я вообще не понимаю. Мелочь. Но приятно. Ладно, продолжим дальше. Нашу доночную ловлю. И еще один ёрш, шестой уже. Это мне напоминает ловлю бычков на море, когда сильный ветер. Потому что я вообще поклёва просто не наблюдаю. Они, наверное, настолько слабо дергают и цепляются, что ничего не заметно. Короче, поклёвок я не вижу. Но попался еще один ёршик. Мелкий. Но тут кроме них, наверное, вряд ли мы чего-нибудь еще дождемся. Вроде не клюет особо, но он 7 ершей я поймал. Я просто не вижу этих поклевок. Он там может быть слабенько, еле-еле натянет, дернет. И все, сел и сидит. На отчетливых поклевок, конечно, сегодня штуки 4 мы шевелим. И все. В общем, что мы имеем в итоге? Это 7 ершей, которых я поймал на опарыша плюс мотыль. Ну хоть что-то. На удочку ни одной рыбки я не поймал. Вот донки сработали сегодня. Кое-как. Конечно, улов не богат, но для 29 февраля в принципе нормально.